Таблетки в Изюме. В Ореховской исправительной колонии номер 88 пресечена попытка доставки запрещенных веществ к осужденным. При досмотре посылки для заключенного от жительницы Запорожья в Изюме обнаружены и изъяты 9 таблеток, внешне похожих на наркотические, обернутые в черный полиэтилен. А в Каменской исправительной колонии номер 101, недалеко от ворот контрольно-пропускного пункта, нашли пакет, обмотанный скотчем. В нем находилось вещество серо-зеленого цвета неизвестного происхождения.